всем хорошего дня. Вот я сижу в воде, отдыхаю. Вот, кресло поставил и загораю. Народу много сегодня. Купается. Вот. Так что море чистое такое. Но людей достаточно, по Курбан-байрам людей достаточно. Особенно молодежь. Вот. Я хочу вам сейчас свое ноу-хау показать, по которому я хотел показать вам раньше тоже, как загорать правильно, какую шляпу одевать тут от солнца. Обычно белую шляпу одеваю, белые кепки. Вот. Но я одеваю большинство иногда вот под солнцем, чтобы защититься от радиации солнечной, да? Вот. Шляпа вот такую. У меня вот такая шляпка. Вот покажу вам. Вот она, шляпка такая у нас. Это вы можете подумать, что это, наверное, наши братьев казахов или киргизов одежда. Нет, это шляпа. Вот она раскрывается. Аля, а внутри, смотрите, фольга алюминиевая. А сверху вот так вот. Видите? Вот она. Я его одеваю на голову. Фольга защищает от солнечной радиации. Вот. Супер вещь. Внутри обшита фольгой. Вот. Сверху вот так вот. Натуральный продукт. Вот. Растительность какая-то. И она собирается вот так вот. Раз. Вот так вот. Раз. И все собирается. Видите? И можно его везде положить. И когда вы пойдете на солнце куда-то, да, вот одеваете, вот вытащили вот так вот. И раз на голову одели. И все. И она защищает четко. Вот. Вот она. Обретает вот такой шляпы становится. Большой вот такой. Вот видите? Вот такой. А сверху вот так вот. Видите, какая красота. Вот так я вот такой шляпе хожу под солнцем. Защищает. Солнечная радиация очень опасная вещь, ребята. Это не шутка. Солнечная радиация это опасная вещь. От него можно и получить удовольствие, и можно и удар получить солнечный. Так что вот такой одевайте. Вот. В общем, так вот сегодня потихонечку отдыхают люди. Вон. Всех вам благ, с праздником всех, Курбан-байрам. Вот. А водичка, видите, какая хорошая. Красота! Красота! Хорошо! От меня научились, и некоторые тоже начали ставить кресло свои в воду. Вот. Красота, да и только. Кайф, теплая водичка. Вот. Всем вам благ. С праздником. Вот. Здоровья всем, ребята. Всех вам благ.